мы прямо сейчас проведем работу исцеления по запросу подарки. Садимся удобно, комфортно и закрываем глаза. Делаем глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Увидим, представим шар в центре груди. И увидите, как шар начинает расширяться. Он заполняет ваше тело, все ваши тела. Выходит за пределы тел, выходит за пространство комнаты, здания, города, страны, планеты, проходит пространство космоса. Расширение идет дальше, глубже. И шар входит в жемчужно-белый золотистый свет и становится им. Глубокое погружение, глубокое расслабление. Вы можете повторять за мной, а можете просто идти за моим голосом с тотальной верой. Я разрешаю себе прямо сейчас принять исцеление своего истинного запроса, создания и принятия подарков. Своим волеизъявлением выгружаю и рассоздаю осознанно старые убеждения, программы, которые мне больше не служат. И сейчас представьте, видим, как видим, корзину, в которую выходят все программы, старые программы, весь хлам, который уже отжил. И прямо сейчас все травмы, драмы прошлого, настоящего и будущего, которые создают препятствия, блокировки, сопротивление в создании и принятии подарков в моей жизни, пусть покинут мое пространство, тело, без права воссоздания. И выгружаем то, что уже отжило. Страх принятия подарков. Вы можете сказать «можно», вслух или про себя. Я буду должна, если я приму подарок. Долг в искаженном варианте. Я должна, мне должны. Выгружаем. Мне не за что дарить подарки. Я не заслуживаю подарков. От мужчин, родных, вселенной. А я недостаточно хороша для подарков. Я плохая. Выгружаем. А если я приму от мужчины подарок, значит, я должна с ним заняться сексом. Выгружаем. Ведь мужчины просто так не дарят подарки. Выгружаем. Я не умею принимать подарки. Выгружаем. Мне что-то нужно дать взамен. Выгружаем. Нужда, вирус нищеты. Выгружаем. Подарков заслуживают достойные. Их же нужно заслужить. А я недостойна подарка. Нет достоинства. Достоинство в искаженном варианте.
выгружаем. Нет ценности себя как женщины, которой дарят подарки просто так. Всем женщинам дарят подарки, а мне нет. Я недостойна. Я плохая девочка. Я не заслуживаю подарков. Я не оправдала надежд родителей, и поэтому не заслуживаю подарков. Подарки дарят только хорошим девочкам, а я плохая. Выгружаю. Служение в искаженном варианте. Я служу всем, кроме себя. Оценка людей, близких. Мне важно, что скажут, подумают обо мне люди. Мне важно заслужить доверие родных, близких, всех людей. Выгружаю. Нет принятия себя, своей реальности, подарков от Бога Творца через людей. И прямо сейчас выгружаю и закрываю опыт непринятия подарков от Бога, Вселенной, через людей. Усваиваю уроки с любовью, благодарностью и позволяю себе закрыть этот опыт прямо сейчас, без права воссоздания. И давайте проследим, как все старые программы выходят в корзину. Вспомните картинки, когда вам не дарили подарки, а вам хотелось. И эти картинки тоже идут в корзину. И сейчас мы эту корзину просто заморозим. Стукните ее как следует, и она рассыпалась на мелкие осколки. Ледяную пыль. И эту пыль уносит вихрем в свет, на трансформацию безусловной любви. Мне это можно. И заменяем на ресурсные программы. Я выбираю и осознанно создаю новую историю, новые мысли, новые убеждения, которые мне во благо. Я главный человек своей жизни. Я творец своей жизни, своей реальности. И только это имеет значение для сотворения всех благ для моей души, тела, а значит и подарков. Принятие. Любовь к себе, своей душе, телу. Я знаю, как это, и мне это безопасно. Я позволяю себе служить своей душе, своему телу с легкостью, гибкостью, по-женски. Я осознаю, что такое ценность, достоинство. Я знаю, как и когда создать, принять и как излучать вибрации ценности, достоинства в мое пространство. Мне это можно и безопасно. Мне легко и комфортно принимать подарки от Бога Творца через мужчин, родных и всех людей в моем мире. Я люблю дарить подарки. И люблю принимать подарки. Мне дают подарки. И я их принимаю с привычной легкостью, изящно. Мне это можно. Все подарки в моем мире созданы для меня, мною. И я принимаю эти новые парадигмы осознанно. Я принимаю подарки от мужчин просто так, с восхищением, любовью, благодарностью, со всем спектром приятных эмоций. Я разрешаю себе. А теперь увидите новую картинку, как вас окружают родные,
любимые, много-много людей. И все дарят вам подарки. И вы ощущаете свою ценность в своем мире. Ощутите приятные эмоции. Купайтесь в радостных потоках счастья. Это все ваше. Я прямо сейчас позволяю себе принять и принимаю новый опыт безусловного принятия подарков и всех благ, которые даны мне по праву рождения женщины. Принимаю новые трансформации с любовью и благодарностью. И теперь увидите, видим, как новые программы, убеждения входят в ваше тело. И вы осознанно принимаете тот факт, что ваши мысли, слова, действия, ваше тело уже новое. И вам это нравится. Вам доставляет это удовольствие видеть свое обновленное тело. И мы с любовью и благодарностью выходим из квантового поля. И шар нашей осознанности возвращается вниз, вниз и вниз в наше тело. Сужается в форме теннисного шарика в самом центре нашей груди. Глубокий вдох. И открываем глазки. С наступающим Новым годом вас, дорогие мои. И пусть Новый год принесет вам все самое лучшее. Множество подарков во благо. Будьте радостны, молоды и здоровы. А с вами я, Ольга Мира.